такой прикольной штуки, как карта мешканца. Она позволяет, например, бесплатно посетить зоопарк. И вот мы идем в зоопарк. Территория зоопарка 2250 человек в данный момент. Как в таких условиях живут котики? Всем привет, ребята! Мы недавно своими родителями и нашими друзьями ходили в зоопарк. Ну как недавно, это было 1 мая. Но тем не менее, хотела бы вам рассказать о такой прикольной штуке, как карта мешканца. Она позволяет, например, бесплатно посетить зоопарк, музей, театр, оформить проездной и получать какие-то подарки. По этой карте мешканца ребенок имеет право ездить на любом виде транспорта бесплатно. И я считаю, что это обалденно, потому что, например, захотел ты с друзьями поехать на море, на трамвае, например. Вот у нас такая возможность действия, типа на трамвае, там 20 минут, и ты на море уже. Если ты захотел поехать на море, берешь эту карту мешканца с собой, детскую легитимацию из школы, и едешь спокойненько, бесплатненько. Все предельно просто. Только помните, что карта мешканца, например, у нас это Ясно-Сиданьска, действует только в пределах города. Для оформления этой карты перейдите ко мне в описание, я оставила там ссылку. Это такой небольшой презентик для вас. Поэтому, если ты не подписан, то обязательно подписывайся, потому что таких презентиков, возможно, будет больше. Карту также можно оформить стационарно. Это можно сделать на улице Гринвальдска, 148 в Гданьске. Стоимость этой карты 1 злотый. Карта может быть с вашим фото или без. Как пожелаете. В общем, в этот зоопарк я ходила полностью бесплатно. Я просто показала карту, и мне ее отсканировали. И мне сказали, что можем проходить бесплатно, мы прошли. Все было идеально, я считаю. Еще хочу заметить, что раз в год пакет мешканца нужно обновлять. Это можно сделать как онлайн, так и в офисе. Кроме Гданьска, в других городах тоже есть такие программы, но для этого вам нужно написать в поисковике «Карта мешканца» плюс название города. Еще раз напомню, что ссылочку на регистрацию карты мешканца я оставила у себя в описании, поэтому сейчас быстренько переходите, точнее нет. Досмотрите это видео до конца, а потом переходите и регистрируйтесь. Всем хорошего просмотра! Вот сегодня 1 мая. Такие майские праздники в Польше. И вот мы идем в зоопарк. И вот по дороге встречаем очень много машин. Практически тут все стоят в пробках. А это вот территория зоопарка. Вот столько машин. Стоит посетителей. Шелли, привет. А вот это вот стоянка в зоопарк. Вот. А это вот машины. Вот. Автобусы стоят для того, чтобы въехать только в зоопарк. Ну вот мы подходим уже ко входу в зоопарк. И вот наблюдаем такую достаточно длинную очередь. Это Шелли так бывает, видишь. На входе в зоопарк стоит счетчик, который показал, что на территории зоопарка 2250 человек в данный момент. Неожиданные животные, которые мы здесь встретили. Слоны.
Да. Вот такой котик. Вот такой вальшире. А вот лежат, отдыхают львы. Ну, возможно, их отсюда и не видно. Вот. Культурно, цивильно. Кстати, нету даже запаха, не воняет, да? А помните, там был котик саванный? Так вот, он сюда выходит гулять. Гамачок им такой тут. Вот их, как, в таких условиях живут котики. Понравилось видео? Тогда поставь лайк и подпишись на канал. А также оставь приятный комментарий. Всем пока!